Наша следующая участница – юная, но уже состоявшаяся певица. Несмотря на все сложности в жизни, Айрис Кульбаева предана своей мечте. Посмотрим, в чем секрет этой звездочки из Казахстана. Талантлива, она старается, она поет очень сложные композиции. Я думаю, что и в полуфинале она, наверное, приготовила нам какой-нибудь сюрприз. Из-за проблем в детстве с сахарным диабетом я не ходила в садик, и мы с мамой проходили между большого здания. И мама у меня спросила, хочешь ли ты петь? Я хочу. Тогда мы пришли, и мне сказали, что я без голоса, вообще не поющая. Но после нескольких песен, тренировок, я вышла на маленькую сцену, и с этой маленькой сцены все это началось. Музыка – это эмоции, это страдания и переживания, это радость и все остальные чувства, которые могут выразить инструмент или голос. И сцена может помочь в трудную минуту. То есть ты можешь выбросить все свои эмоции, и все могут разделить с тобой горе или счастье. Для полуфинала я подготовила песню Алтынай Жорабаевы «Он мне гибель мисом». В отличие от отборочного этапа, я тогда пела английскую песню и решила попробовать себя в новом стиле и удивить вас. Сложности были. Были технические сложности, сложности были с выговариванием слов, но я справилась. Я хочу попасть в гранд-финал и доказать всем, что дети с проблемами здоровья могут достигать больших целей. Недавно у меня заболел мой близкий друг, буквально месяц, таким недугом, как сахарный диабет, и я хочу его поддержать. Для меня попасть в гранд-финал – это мечта. И все эти месяцы я трудилась очень упорно, чтобы выиграть. Я обязана выиграть. Сәлем, Айрис! Сенімен? 91! Қатысы жатқан жобаңда саған сәттілік тілейміз. Талпынысың сарқылмасын, алдыға қарай ұмтыла бер. Ешқашан берілме, және Қазақстан туын бейікке көтере бер. Біз сенімен біргеміз. Рахмет! Сәттілік! Да. Я вообще не ожидала. Слова пропали. Меня вдохновляет группа 91. Не могу вообще ничего сказать, я слишком... Да, я очень счастлива, вообще. Она не перестает нас удивлять. Сегодня это будет необычная, сложная и красивая песня. Для вас выступает Айрис Кульбаева. Ой,
Арис, поздравляю тебя с блестящим выступлением. Как тебе самой? Удалось? Да, я надеюсь, я оправдала все желания. Я очень довольна своим выступлением. Молодец! Нурлан, начнем с вас. Ты взяла на себя смелость спеть непростую песню. И это на тебя накладывало определенную, как бы, такую, да, ответственность. Потому что все-таки... быть воином сакским, как царица Тамирис, да? Ты вот молодец. Всем своим видом ты показывала, что враг не пройдет. Это было очень здорово. Ты молодец. Пусть все берут пример. Вот. Понятно, что в вокальном отношении, конечно, были какие-то моменты, где ты там чуть-чуть не дотягивала. Но ты не растиралась. Ты боец. Ты сделала сейчас... С чистой совестью можешь ехать домой и сказать, я это сделал, у меня получилось. Спасибо. Арис, на прослушиваниях ты была совершенно другая. И сегодня в полуфинале ты всех шокировала, удивила. Ты на самом деле показала настоящее шоу. Ты показала свой внутренний мир, насколько ты сильная и насколько ты храбрая девушка, что никакая песня тебя не остановит. Ты будешь идти вперед и достигать своей цели. Тебя хочется слушать, на тебя хочется смотреть и наслаждаться твоим выступлением. Сегодня тебе удалось... поразить все сердца. Ты заработала любовь всех зрителей и членов жюри. Это вам спасибо. Я не устаю удивляться каждому нашему полуфиналисту, полуфиналистке, исполнителям, танцорам, всем, потому что каждый находит что-то свое, что-то особенное. Тебе сегодня тоже в том числе это удалось. Я уверен, что твое выступление, твой номер займут особое место в библиотеке нашего проекта, потому что он был сложный технически. Он был напоен твоей радостью и в то же время такой внутренней собранностью, потому что подавать эмоционально, в том числе, такую, прямо скажем, серьезную песню, это непросто. Спасибо большое. Спасибо, Арис. Удачи. Новый Galaxy S22 Ultra объединяет в себе мощности Nikki Note, камеру профессионального качества и производительности серии S.
Galaxy S22 Ultra. Первый среди сильных.